Ja, deutsche Städte. Da. Lesen wir die neue Wörter. Так. Der Dom. Der Dom. Собор. Der Dom. Der Собор. Окей. Раз буду записывать. Так. Собор. Так. Следующее слово. Der Stadt Rundgang. Так. Ну, сам переводи. Как ты можешь это догадаться перевести? Die Stadt, Stadt это... Город. Так. Похоже на Ганген. Прогулка. Да, правильно. Gegangen, так. И Rund. Экскурсия по городу. Отлично, отлично. Лучше некуда. Второе предложение. А не второе, третье слово. Так, die Stadt Rundfahrt. Да. Вот так. Там ганг, тут фарт. Ну, це вже прогулка по городу. Да, но только как? Фарен. На автомобиле. На чем-то, да. На автомобиле, да, на автомобиле, на автобусе и так далее, да? Ну и последнее слово. Die Gemälde Galerie. 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 Ja. Was ist das? Wie meinst du? Galerie. Да. Gemälde. Die Gemälde, значит, картинная. Картины. Угу. Картинная галерея. Так, вот упражнение первое. Тут интересное предложение. Задание читай. Окей, так. Хёре цюш пригди цунден брехер цунген брехер мэглихт шнель. Я. Ну. Вот прочитай первое, и ты поймешь, что это такое. Так. In Ulm und um Ulm. Понял, це скороговорки. Ну да. Цунгенбрехер. Цунгенбрехер. Möglichst schnell. Как можно быстрее, да? Да. Ну, читай. In Ulm und um Ulm. Und um Ulm. Herum geht es Ulmen. Так. В Ульме и вокруг, и около Ульма, и вокруг Ульма есть ульмцы. Ульмцы. Да, это Ульм, это город. Ну, попробуй еще раз. Я не смогу быстро. Ты давай быстренько, ты можешь. Брехня. Так. Да-да-да. In Ulm und Ulm und Ulm herum gibt es Ulmen. Еще раз быстрее. In Ulm und um Ulm herum gibt es Ulmen. Ну все, получилось. Дальше. Stuttgarter Stricker. Stricken Strümpfe mit Strümpfen Stricknadeln. Да, Stumpfen. Mit Stumpfen. Mit stumpfen Stricknadeln. Да. Так, Stuttgarter Stricker. Stuttgarter. Stricken вязать. Вязальщики. Штутгартские вязальщики. Вяжут. Strümpfe. Чулки. Тупыми. Тупыми. Спицами. 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 Давай еще раз читай. Окей. Stuttgarter Stricker stricken Strümpfe mit Strümpfen Stricknadeln. Еще раз.
Штутгартер штрике штрикен штрюмфы мит штрюмфен штрикнаден. Ну, нормально, хорошо, молодец. Дальше. Еще одна. Der Postdamer. Посткучер. Угу. Putzt den Postdamer Postkutschkasten. Угу. Ой. А дальше еще? Это ж не все. Да. Den Postdamer Postkutschkasten putzt der Postdamer Postkutscher. Ага. Ну, будем переводить. Der Postdamer. Что-то связанное с почтальоном. Да. Только чей, в каком городе он живет, этот посткучер? В Потсдаме, думаю. Да. Где находится Потсдам? Не знаю. Вроде под в Немеччине. Берлин. Под Берлином где-то. Так. Потсдамский почтальон. Путст. Чистит. Убирает. Да. Чистит. Угу. Потсдам. Почтовый ящик? Ну, ящик, да, или под, может, карету. Ну, або почтовую карету. Ну, да. Ну, а дальше? Да. Ну, наоборот, уже почтовую, потсдамскую почтовую карету или ящик чистит потсдамский кучер. А ну, теперь читай. Ты все прочитал, перевел, и теперь тебе быстренько. Это сложно. Нет. У тебя хорошо язык поворачивается, не то, что у меня уже. Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Postkutschkasten. Den Potsdamer Postkutschkasten putzt der Potsdamer Postkutscher. Postkutscher. Да, ну, в общем-то, нормально все. Значит, ну, потренироваться будет хорошо. А для языка это очень даже полезная вещь. Поскольку у нас язык немецкий не родной, нам плохо получается. Но если ты хочешь, ты можешь потренироваться. Ну да. Так, упражнение третье. Третье. Kennst du deutsche Städte und ihre... Sehenswürdigkeiten. Gut. Так, неправильно прочитал первую часть слова. Sehens. И опять неправильно. Sehen. Ну вот то-то же. А что такое sehen? Бачите, да? Смотреть, да. Бачите. Mm-hmm. Gut. Kennst du die deutsche Städte und ihre Sehenswürdigkeiten gut? Так, типа вы хорошо знаете немецкие города. Und ihre Sehenswürdigkeiten. И их достопримечательности. Да. Yeah. Ordne die Namen den Bildern zu. Да. Yeah. Ну, читай названия в картинках, в рамочке, а потом уже будем соединять с картинками. Окей. Okay. Der Kölner Dom. Угу. Дальше das Brandenburger Tor in Berlin. Ja. Frankfurter Hochhäuser. Ja. Die München Frauenkirche. Münchner Frauenkirche. Ja. Das Weimar Goethe Schiller Denkmal. Ja. И der Berliner Reichstag. Ja, Reichstag. Ну?
Что непонятно? Все понятно? Или все знаешь? Ну, все понятно, но я только некоторые знаю. Ну, давай то, что знаешь. Auf Bild 1 ist... Это вроде... Das Weimar Goethe Schiller Denkmal. Ja. Nun sage bitte den ganzen Satz du selbst. Ты сам. Den ganzen Satz. Bitte. Auf Bild Nummer 1 ja. ist das Weimarer Goethe Schiller Denkmal. Ja. Так, на другой картинке я не знаю, что это. Ну, высотки. Ну, да, высотки. Логично. То что это будет? Франкфуртер Хохойзе. Ну, я. Моя. Aufbild Nummer 2 ist Франкфуртер Хохойзе. Не ist, please. А как? Sind. Ну, правильно ты умница. Так, Зин. Зин Франкфуртер Хохойзе. Гуд. Я. Так, третье. Так, Кёльнер третье. Дом. Кёльнер das Дом. Я, das ist der Кёльнер Дом. Да, Кёльнский собор. Ой. Aufbild Nummer 3 ist Der Кёльнер Дом. Да. Так, четвертый це Рейхстаг, вроде. Не знаю як, натюрлих. Aufbild Nummer 4 ist Der Berliner Рейхстаг. Ja. Так, Aufbild Nummer 5 ist Das Brandenburger Tor. Ja, und? И шестое. Das letzte. Das letzte ist. Bild. Das letzte Bild ist die Münchener Frauenkirche. Ja. Две башенки это Frauenkirche. Это можно запомнить. Я смотрела в Википедии, значит, Кёльнский собор начали строить в 1248 году. 1200, это ужас, это кошмар, как это все это выдержало. Потом его строили до 1438 года. Это первый этап, а потом еще с 1842, да? 48-го до 1880-го. Нагромождали. Ну так, он ничего, красивый, интересный очень даже. И он высотой 157 метров. Это сколько ж многоэтажек? Богато. 157. Богато. Угу. А Фрауенкирхе тоже была начата строиться в 1560... Где-то там, в 16 веке. Mm-hmm. Ну, тоже не маленькая, 99 метров. Капец, как большая, какие она высокие. Mm-hmm. Ну, теперь ты знаешь Дизайнсвилдихкайтен Мюнхен. Я. Он Дойчландс. Так, weiter bitte. Übung 4. Так, Übung 4. Це 175. Так. Mit welchem Suffix bildet man Adjektiv von Städtenamen? Städtenamen. Так, только Adjektive. Adjektive. Это по-французски Adjektiv. А по-немецки Adjektive. Adjektive. Ага. Лизди, байшпиля по. Так, окей, так. Кёльн, да? Хамбург,
Гамбурге. Вот он Дрезден. гамбургер. Там Да. гамбургер где? Там, в Гамбургу, Гамбурге живуть. Угу. Дрезден. Дрезднер. Угу. Берлин, Берлинер, Мюнхен, Мюнхнер и Бремен, Бремен, Бремер. Бремер. Übersetze, Köln, Kölner. Кёльн и житель Кёльна, Кёльнец. Нет, это нет, это А, нет. адъективы, это А. прилагательные. Кёльнский. Кёльнский, Хамбург, Хамбургер. Гамбург, гамбургский. Угу. Так, И так Дрезд, далее. да. Так, bilde adjektive von den Städtenamen. Окей. Штутгарт. Штутгарт. Штутгартер. Я. Так, Лейпциг. Лейпцигер. Лейпцигер. Ich war im Leipzig. Так, бон шанс. Так, бон бонер. Так. Росток. Ростокер. 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 Угу. Так, Мейнц. Nein, Mainz. Майнц. Майнцер. Так. Шверин. Шверинер. Так. Эрфурт. Эрфуртер. Фото, я. Так. Магдебург. Магдебургер. Магдебургер, я. Ну да, все правильно. Так, это самое. Все города можешь найти на карте? Уже искал, уже видел, да? Относительно все можно назвать на карте. Ну, вообще-то можешь. Ладно, мы не будем искать их. Так, пятое упражнение. Так, пятое. Катя kommt nach München. Sie und ihre deutsche Freundin Sophie machen eine Stadtrundfahrt. Höre zu und bestimme, in welcher Reihenfolge die Münchner Sehenswürdigkeiten im Text vollkommen. Ja. Ja. Übersetze bitte die Aufgabe. Tak. Können wir das machen oder nicht? Oder nein? Катя приезжает в Мюнхен. Ja. Уже хорошо. Так, вона Ну, и ей. арабаня. Вона и ей, и матька подруга Софи. Йдуть на екскурсію по городу. Рундфарт. Поїздку по городу. Да, на чем же, да? На великах. На ногах поїздка. Ну, не знаю, может на машине, может на великах. А, чё, Да. послушайте. И определите, Да. да, в каком порядке Фокомен. достопримечательности Мюнхена Угу. фигурируют в тексте. Хай будет так. Совершенно все правильно, молодец, очень даже хорошо. Но поскольку мы не можем послушать, ты просто прочитай достопримечательности. Здесь бита дизайн свой кайтен. Ди филармонии.
Филармонии. Филармонии. Так. Филармония, это. Дер Олимпия парк. Так. Красивенький. Ничего, симпатичный, да. Ди Фрауенкирхе. Угу. Дас Шлосс Нимфенбург. Угу. Что такое Шлосс? Шлосс? Шлосс. Замок. Замок, да. Дас Нойер Ратхаус ам Мариенплац. Ну? Ратхаус, ратуша, типа. Да, я, дас ноя. Снова ратуша. На? На Мариенплац. Да. Ди Гемельде галереи. Угу. Ное пинакотек. Я. Твоя художественная галерея? Новый пинакотек. Новая пинакотека. Да. Ну, в общем, мы не можем это прослушать, и порядок, все там было так, как на, у них. Неважно. Так, давай, 176-я страница. 176-я, ага. Угу. Так. Тут такое задание, там сказано, что прочитай, как это, куда она шла, Катя. Катя findet die Innenstadt München besonders Münchens besonders na besonders schön. Ja. Innenstadt. Was ist das Innenstadt? Innenstadt. Ну, внутренний. Да, центр города, да. Так. Катя находится в центре Мюнхена. Нет. Нет. Findet die Innenstadt Münchens besonders schön. А. Катя находит и считает, да. Да, Катя считает центр Мюнхена besonderschön, особенно красиво. Sophie und sie kommen mit der U-Bahn zur Station. 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 Station Odenplatz. Odeon. Не, Odeonplatz. Odeonplatz. Odeons. Неправильно я прочитала. Odeonsplatz, так? In der Nähe sehen die die Theatiner Kirche. Ja. Такой я не знаю, что такое Театинер Кирхе. Ну, неважно. Я много чего не знаю, да. Ну, Театинер, ну, Кирхе это церковь. Ну, наверное, да, какая? Театинская церковь. Да, вон она вверху в самом там. По центру. Театинер Кирхе. Ну, я не бачу. А у тебя увеличивается экран? А, нашел, нашел. 27-го, ага. Да? Угу. Театинер Кирхе, так? Так, sie gehen dann durch die Residenzstraße und besichtigen die Residenz. Ja. Links sehen sie dann den Max-Joseph-Platz, später Jose. Den Max-Joseph.
Platz. Mhm. Später den alten Hof. Ja. Danach gehen Sie rechts in die Landschaftsstraße und kommen weiter durch eine kleine Straße zur Frauenkirche. Aha. Sie besichtigen diese Kirche und gehen dann in die Kaufingerstraße. Mhm. Sie gehen die Kaufingerstraße entlang zum Rathaus am Marienplatz. Mhm. Der Weg führt sie dann am alten Rathaus vorbei. Снова это предложение прочитай. Остановка после vorbei. Так, der Weg führt sie dann am alten Rathaus vorbei. Да? Zum Spielzeugmuseum. Mhm. Sie besuchen das Museum und fahren danach zu Sophie nach Hause. Ja. Alles ist verstanden? Ja? Ja, alles ist verstanden. Ja. Übersetze bitte. Okay. Да, я думаю, что ты переведешь. Ничего сложного. Так. Катя находит центр Мюнхена довольно красивым. Угу. Так. София и она kommen mit der U-Bahn zur Station Odeonsplatz. Так, идут вместе. Так, что такое U-Bahn? Untergrundbahn. Bahn. Untergrund. Метро. Так, они... София и она... София и она едут на метро на станцию Одеонсплац. 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 Это на самом верху где-то там, видишь? У. А, ну да. Нашел, да? Ну, там не подписано, конечно. Че, не У, Одеонсплац? Голубая такая. У. А, да, Одеонс. Чего я побачил? Угу. Так. Интернет-центр. Так. Там можете увидеть Тиатинскую церковь. Интернет-зензи. Интернет, да. Nicht weit. In der Nähe. Да мы недавно с тобой это говорили. In der Nähe. Sind... Поблизости. Ну да. Ох, так, поблизости. Они видят. Ну, Тиатинскую да. церковь. Weiter bitte. А кто такой Тиатинер? Они, наверное, кто такие? Может, какая-то это... Какие-то монашки? Как ты думаешь? Может, да, можно. Тиатинт? Тиатинер. Ну так. Ладно, дальше пошли. Они идут... По резиденш... По резиденс... Ой. Штрассе. По резиденс-штрассе. Хай будет так. Або по резидентской улице.
Ну да. Президентштрассе. Президентштрассе. И? Так. И... Безих. Посещают резиденцию. Nein, besichtigen. Заходят в резиденцию. А, нет. Смотрят на резиденцию. Ну да. Осматривают. Кто их пустит в резиденцию? Кто не пустит? А вдруг они ночью пришли, проникают? Ну, а это уже другое дело. Виспитабайта. Так. Так, линкс, это слева, да, так, слева они видят Макс Йозеф Плац. Да, да, слева. Так, Шпеттер, 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 Шпеттер. Шпет, Шпеттер. Ви Шпет эстес, Шпет. Позже. А, позже. Ну, да. А при чем тут позже? А потом, наверное. Ну, может, а потом. Ну, ладно. Да, хай будет. Да. Потом Альтенхоф. Угу. Альтенхоф. Вот они. Хоф. Хоф. На кого Макс его заплатит? Зараз, зараз. Найду. Посерединке Макс Йозеф Плац. Да. Так, а где Альтенхоф? Рядом, где-то тут. 38. Там. В Нейхан буковке У. Я все равно не вижу. Мелко очень. Ну ладно, дальше. Так. Да-да. Затем пошли или после налево. Этого, после этого или затем пошли они на... Нет, рект. Направо. Направо. Вы... А, на ландшафтстрассе. На ландшафтстрассе. Угу. И пошли дальше. По одной маленькой улочке до Фрауенкирхе. Уже все, да, уже пришли на Фрауенкирхе, да? Угу. Да, пришли на Фрауенкирхе. Ну, а вот Альтерхоф я нашла. Ага. А Фрауенкирхе? И влево Фрауенкирхе. Я, ну, я Сратхаус вижу, а Фрауенкирхе? Ше левише. Марио. Еще ниже? Не, левише, левише. А, вот. Так они уже перешли улицу, да? Да. Угу. Не заметно. Фрауенкирхе. Ага. А по какой же улице они туда добрались? Там улица еще меньше, да, в том написано. Да, так что не видно. Ясно. Дальше. Так. Безихтиген. 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 Они смотрят на церковь. На эту церковь. Ага. И идут дальше по Кауфингерштрассе. Кауфингерштрассе. Да, Кауфингерштрассе. Да, ее она где? А вон она, нашла. Ага. Ниже чем Фрауенкирхе. Так. Так. Так, они идут. Кауфингерштрассе энд Ланг.
До конца Кауфингерштрассе. А ты помнишь слово Entlang? Entlang. Да. Die Straße entlang. Wir gehen die Straße entlang. Прямо. Ну, вдоль, да. Прямо, да. Ну, вдоль. Zum Rathaus am Marienplatz. До ратуши на Marienplatz. Угу. Так, der Weg. Der Weg. Путешествие, не? Путь. Путь. Дорога. Так, путь идет на... Ведет. Путь ведет их. Зим. Угу. Am alten Rathaus. Футбол. К старой ратуши. Мимо старой. Мимо старой ратуши. К музею игрушек. Ага, да, музей игрушек. Интересно было бы, да? Наверное. Угу. Так, музей. Так, они посещают музей. Угу. Так. И идут. Нет, фары. Едут. Данах. Нах. Нах. Туда, думаю, не знаю. Нет, най. Что такое нах? Я не помню. После. Да, нах. Ага. И после едут. После этого едут. Угу. Нахаузе. Nach der Stunde. Например, nach der Stunde. После урока, да? Да. Nach der Schule. Так, ну ладно. Так, Übung. Sieben. Sieben. Попытаемся. Так, stellt euch vor. Так. Vorstellen. Что такое vorstellen? Stellt euch vor. Vorstellen. 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 Ich stelle dir vor. Ich stelle meine Tochter dir vor. Ich stelle meine Freundin dir vor. Vorstellen. Рассказывать. Представлять. Представить. Да. Stell dich vor. Представьте. Представь себе. Себе. Ой. Представь себе. Да. Stell dich vor. Что там надо представить-то? Так, ihr seid in München und geht durch die Innenstadt. Sprecht zu zweit und beschreibt den Weg. Ja. Ну, представь себе. Wo bist du? In München. Du bist in München. Це брехня. Хорошо представляєш. Представляй. Представив. Да. Мені хватило. А тепер розкажи. Und jetzt erzähle. І розказати. Welche Straße gehst du? Was siehst du? Was besichtigst du? Ні по яких вулицях я не йшов. Я летів на коврі самоліт. Так, не хочеш, правда?
Ну, не хочу, і там текст маленький, я не побачу, що, які там вулиці є. Да, очень мелко, правда, тут нічого не видно. Ну, ладно, тогда оставим это. Пошли дальше. Meine Heimatstadt. Heimatland. Meine... Не, не meine. Mein Heimatland. Mein. Да. Ну, да, зайце. Так, ну ладно. Страна. Хаймат, Хаймат. Да. Ну, моя тільки в голову моя... приходить Хаймарс. Нет, это не то. Это Хайматланд, это родина. Моя родина. Батьківщина. Батьківщина, да, батьківщина. Да? Das Herz. Das Herz. Сердце вроде. Да, 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 да. Der Oberste Rat. Oberste Rat. Это что у нас? Я не знаю. Рад. Не, рад. Ин Киев. Рада. Оберсте Рад. Верховна Рада. Верховна Рада, да. Да, Оберсте. Дер Оберст. Хер Оберст был. Так, дальше. Цугляй. Цугляй. В одно час. Или... Одновременно, да? Одно час, окей. Цугляй. Так, кеннелернен. Ну, это ты знаешь. Кеннелернен. Их лерне дизе зенсвюргихкайтен кеннен. Забыл. Знакомиться. Кеннелернен. Забыл. Кеннелернен. Угу. Hat kennengelernt. Познакомился. Угу. Nun lies bitte Übung 1. Чего вы цум шприх нах? Andere Länder, andere Sitten. 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 Mhm. Так, Norden, Osten. Nein, übersetze. Übersetze? Nein, natürlich. Так, andere Länder. Ну, Länder. Länder. Страна. Mhm. Нет, нет, страны. Страны? Другие страны. Страны. Другие страны. И Andere Sitten. Другие... другие обычаи. Обычаи и нравы. Другие обычаи. Ах, так, обычаи. Так, что нет, такое ты обычаи? Вообще все пред... Обычаи и нравы. Звычаи. 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 Да, звичаї. Так, Андре. Ленде. Андре. Андре Зітен. Зітен. Ага. Угу. Норден, Остен, Зюден і Вестен. Цухаузе іст Вестен. Точно. Дом всегда лучше. Это, да? Ну да, дома всегда лучше. Ладно, хорошо. Übung 2. Так, wie heißen diese ukrainischen Städte? Ordne die Städtenamen den Bildern zu. Так, ja. Одесса, Киев, Львів, Харків. Ага. Я могу только два назвать. А ты? А все четыре. Ну давай. Подскажи мне. Так. In... In der Bild. Auf. Auf.
auf Bild Nummer 1 ist вроде Цельвив. И что это такое? Ну, це щось во Львові, а те ж, що це, я не знаю, ну, це в Львів. Ну, тоді понятно все. А четверте, значить, Харків. А я теж не знаю, Харків. Що таке. Да, що це таке? Ну, раз це перший Львов, значить, по ідеї, все одно це Харків. Дальше. Ну, ладно. Київ, он Одеса. Київ, Одеса і Харків. Одеса Ер театр. Yeah? Ну це да, Одеський театр. Кевер, ладья. А тут хто на цей ладья? Этот... Кейщик, это? Хворив і сестра їхня лебідь. Да-да-да, це я помню. Ладно, дальше. Третье упражнение. Так. Lies den Text und ergänze die Sätze mit den Wörtern aus dem Kasten. Nimm die Landkarte zu Hilfe. Ja. Так. Okay. Все понятно с заданием. Ну да. Так. Катя erzählt über ihr Heimatland. Ihr Heimatland. Ich lebe in der Ukraine. Das ist mein Heimatland. Es liegt in Osteuropa. 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 Die Ukraine grenzt. Что такое grenzt? Граничит. А, граничит. Багато с кем граничит. Надо было прочитать сначала все слова это, в рамочке. Давай. А, ничего, будем по ходу вставлять. Ну да ладно, давай. Grenzt an, хай бы Russland. Natürlich. Im Osten. Und Nordosten. Да. Так. Weißrussland im Norden. Ja. Polen. Im Norden. Да. Im Norden. Так. Полен и так, ну там більше направлення світа немає. Хай буде Дісловакія. Да, Дісловакай. 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 Und Ungarn im Westen. Ja. Так. Rumänien im Südwesten, Da. Im Süden des Landes befinden sich das Schwarze Meer und das Asowsche Meer. Ja. Так. Das Land besteht aus Gebieten. Базеце. Що це, я не помню. Житомирський гебіт, Київський гебіт. Так, так, страна, Україна. Ні, das Land besteht aus Gebieten. Состоїть із гебітен. Що таке гебіт? Областей. А, з областей. Точно. Так. Die ukrainischen Landschaften sind sehr malerisch. Malerisch, ja. А, так.
Wälder und Ja. Wiesen im Norden. Wiese. Steppen in der Mitte und im Süden. Es gibt auch Hohe. hohe Gebirge, die Karpaten. Natürlich. Im Westen der Ukraine. Ausgezeichnet. И Weiter дальше. bitte. Что так богато? А, не, уже немножко осталось. Еще сколько там? Еще немножко минут. У нас как раз Так. есть время. Das Herz des Landes, die... Что у нас есть? Hauptstadt der Ukraine ist Kiew. Kiew ist eine alte und zugleich eine junge Stadt. Ja. Ein politisches und kulturelles Zentrum des Landes. Какие трудные слова. Так. Да. Hier sitzt das. Так, потом еще. И парламент. Der Parlament. Das Parlament des Landes. Die Верховная Рада. Der Oberste Rat. Oberste. Oberste Rat. In dieser Stadt gibt es viele Museen, Kirchen, Theater, Fabriken. Fabriken, Hochschulen und Universitäten. Kiew liegt am größten Fluss. Fluss der Ukraine. Am Dnipro. Auf diesem Fluss kann man schöne und interessante Ja, machen. Schiffsreisen machen und durch das Land fahren. So kann man unser Land und seine. Что там у нас осталось? Осталось? Einwohner. Einwohner. Einwohner besser kennenlernen. Да, познакомиться, узнать. So kann man unser Land und seine Einwohner besser kennenlernen. Так, все тебе понятно, и я бы хотела, чтобы ты выучил этот текст наизусть и рассказал. За что? Зато. Ну, надо же как-то большие тексты учить. Это тебе легко и просто, все знаешь, все знакомо. Прочитал пару раз и все уже. Память хорошая. Не, ну, надо, понимаешь, как? Надо же не только там читать, переводить, надо говорить, рассказывать. И тем более Это достопримечательности. понимаю. Что, некогда, что ли? Ехали. Ну, тем Сложно. более, что тогда? Да. Ничего не сложное. Расскажешь. Я надеюсь, я очень Да надеюсь. я тоже надеюсь, что расскажем. Да. Хорошо. Так, ну все, да, у нас еще пара минут. Так, что там у нас? А, четвертое упражнение. Вперед. Окей, так. Ein Tourist war nicht aufmerksam. Korrigiere seine Aussagen. Так. Aufmerksam. Что такое? Невнимателен. Так, один турист невнимателен. Такой. Был невнимателен. Скорректируйте его.
его высказывание, аузаген, да? Окей. Das Schwarze Meer liegt im Süden. Im Süden des Landes. Weiter. Die Ukraine befindet sich in Osteuropa. Osteuropa. Osteuropa, ja. Das Land besteht aus Republiken nicht. Nicht. Woraus besteht sie? Woraus? Ich glaube. Woraus? Woraus? Из чего? Из областей. И не ты. Да. Ну вот и скажи. Ну, страна состоит из областей. Страна состоит из областей. Так. Ein Land. Besteht aus. Вспомнишь или нет? Не вспомнишь. Ге? Ге... Бирге. Гебитен. Гебитен. Aus Gebieten, да. Так, окей. Das Parlament des Landes ist in Kiew. In Kiew, weiter bitte. Kiew liegt am Dnipro. Und? Auf dem Dnipro fahren Schiffe. Keine Schiffe, fahren Schiffe, ja. А я прочитала kleine Schiffe. Я думаю, там вообще какие-нибудь большие, маленькие, вообще никакие. Кораблики. Ну, alles. Угу. Ну, bis Montag, bis Montag, ja. Bis Montag. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Пока.